Каждый человек должен быть образован в области экологии, бережно относиться к окружающей среде. Эта идея придерживается Всероссийское общество охраны природы. Именно оно выступило одним из инициаторов поправок к Конституции Российской Федерации, связанных с экологией. Речь идет о статьях 72 и 114. В них сказано, что природопользование и охрана окружающей среды находятся в совместном ведении как федеральных, так и региональных властей. А правительство должно принимать меры для того, чтобы сохранить уникальное биологическое многообразие страны и снизить на него негативное воздействие хозяйственной деятельности. Всероссийское общество охраны природы давно как бы участвует во всем, что связано с экологическим просвещением и образованием, то мы считали необходимым внести все, что касается этого вопроса, потому что несмотря на усилия государства по улучшению экологического состояния, вот, если каждый гражданин, каждый человек не будет осознанно подходить к вопросам, то эффективности будет не очень много.